Так, приветствую всех на канале Canceled Game. Canceled Game. Проходим Far Cry 5. Ну, я созрел. Точно, точно, точно. Вот даешь. Да, немножечко мы отвлекли. Папа будет счастлив узнать, что крылья любви открыты. Подойди, помощник. Я каждый день благодарю Господа за то, что Он свел нас. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал, это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Как на гриле жаримся. Это 3Б, без обмана, бошоу, бум. То есть ум. Добрый самаритянин, да? Но это надо отряд менять. Нет. Героиня снайпер. А наш друг все еще отходит. Так, ну. Смотри, как соскучишься по Херку. Поняла. Иду. Тормози, иначе помощник отправит тебя в запас. Меня в запас, а? Меня в запас. Бегу, как могу. О, тебе нужно уважать старших, блин. Вот они, пошли, девчонки. Так. Люди? Да. Завод Грибоншей F. Завод Грибоншей. Да, да, да. Здравствуй. Надеюсь, нам не важно, где чтобы защитить завод. Ого, тут можно... Помощник, Иоанн и его мордовороты выкачали все наше топливо. Пригони пару их бензовозов, Фолс Энд, пока не стало совсем худо. Меня... И нам поможешь, и им поднасрешь. Послушай, у нас беда. Эдемщики выехали на Богословие. Так они называют свое чудище. Это ж сраный танк. Они хотят вернуть контроль над дорогами. Наш патруль попадет под этот каток. Им нужна помощь. Поторопись. Джесс, у тебя есть семья? Джесс, у тебя есть... Джесс. Найду позицию получше. Пойдемте.
Джером. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Действуй незаметно. Так у них есть шанс выжить. Нужно найти обзор получше. Обратит ваше грешное сердце в пепел. Сказать «да» – ваш единственный выход. Меняю позицию. Когда отсюда другие грешники увидят ваши останки, они сразу поймут, где их место. Вот для отца. Моя любимая песня. Славы его. Скажите отцу. Да. Разведем большой костер, чтобы все ваши друзья-грешники увидели. Эти души уже не спасти. Зачем? Только боль может... Сейчас подожгу! ...от греха. Неудачное место. Сменю позицию. Вас примут глубины преисподней. Эти души уже не спасти. Сожжем их. Раскройте объятия. Примите его дар. Будет сделано. Когда другие грешники увидят ваши останки, они сразу поймут, где их место. Слишком просто. Да ёп, просветы! Блин, куда она стреляла? Ладно. Блин, нам придется бежать опять. Грешница внизу! Теперь еще этот хрен появился. Блин, не, ну... Я специально этих не брал, чтобы там эти хрены не стреляли, блин. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Я думал, сейчас я тебе быстро все сниму. Они сняли, блин. Помощник, это пастор Джером. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Действуй незаметно. Так у них есть шанс выжить. Отсюда ни хрена не сделать. Я что-то вижу. Готовься. Разведем большой костер, чтобы все ваши друзья-грешники увидели. Неудачно.
удачное место. Сменю позицию. Когда другие грешники увидят ваши останки, они сразу поймут, где их место. Вот для отца. Сейчас подожгу. Расплюнуть. Примут глубины преисподней. Что-то они не выглядят. Спи спокойно, тварь. Я иду. Идти от греха. Когда же будем пытать этих язычек? Огонь преобразит вас! Слезы вам! Грейс, ты ведь была на Ближнем Востоке? Грейс, ты ведь была на Ближнем Востоке? Грейс, ты ведь была на Ближнем Востоке. Здесь творится нечто похожее. А, так и есть. Чужаки против соседей. Ага. Думал, мне точно конец. Вот черт. Спасибо, что спасли. Добрые гробщики. Где стреляю? Выступаю! Доберитесь до Фолс Энда, да? Так, теперь нам нужно кто?
Нам нужен Хёрк. И нам нужен будет вот этот хрен. Так, сколько? 35 секунд. Этого снесут, да? Ну, этого мы успеем всегда. Ну, ладно. Ладно, мне есть чем заняться. Меняю позицию. Так. Full send. Да. Попробуем пройти. Без тебя нам было бы совсем худо. Я смотрю, ты в норме. Если тебе не делали прививку от ТИ. Мисс. Где Хёрк? А где Хёрк? А, вот он. Люди будут до хрена рады, что мастерская снова наша. Да, пойдем. Пойдемте, дорогие друзья, пойдемте. Найду позицию получше. Эй, тут потери, ребята! Он тащил меня из палатки за голову. Это было жестко. Я тебя вижу! Я пошла. Нужно найти обзор получше. Да. Смотри, что будем делать? Угу. Пойдемте. Нас уже там поджидают. Вот так, да! Точно. Нас уже поджидают, белохвосты. Ублюдки! Дерьмо! Да нас прячут! Плен не брать! Кричу и кричу!
враж здесь. Да что ты, ёка? Не бойся, я тебя спасу! Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую, смотри, как бы сваливаю. Я тоже... Она внизу! Вот именно! Точно. Вот это мы тут попали. Мисс Армстронг, а у вас правда есть? О, у вас правда есть этот? Думали, разрулим все языком? Ага. И... Погнали, амиго! Погнали! Погнали, погнали, амигос, погнали! Погнали, амигос! Да. Точняк, не вряд. Да, нам сейчас тут будет жарко. Очень жарко. Ну что ж, дорогие друзья. Нас уже тут поджидают. Нас тут уже поджидают. Они устроили мини-парад, когда я получила бронзу. Точно. Я не любитель. Пойдемте, пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это нам... Вау, 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 вау. Спокойно. Можно ошибиться и в слове «гнев». Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. А скрывая грехи, мы прячем себя. Но это позади. Твою сущность, что прольется на этот пол, увидят все. Ах ты гад! Ах ты гад! Такое. Вот так. Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету. Начнем! Может, друзья облегчат тяжесть искупления. Братья. Паразит. Мы собрались здесь, чтобы узреть. Ой-ой-ой, вау-вау-вау-вау. Попробуем еще раз. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Искупление грехов отступников. Искупление грехов отступников. Итак, Ник, Рай, положи руку на слово Иосифа. Итак, Ник, Рай, нет, положи... к черту!
Не хватало еще слушать этого психопата. Алчность. Твой грех. Вечно думаешь о себе. Согласен. Нет! 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 Вот! Сила слова «да». Сила, что смоет твои грехи. Сила, что освободит тебя. Гад! Ползучий. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Итак... Помощник, положи руку на слово Иосифа. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Нот. Нот. Скажи «да». Не-а. Всего одно слово. Нот. Бедный пастор. Но нельзя же нам говорить. Скажи ему «да». Иди, иди! Отправляйся с мэрией и покончи с этим! Ну, помощник, какого хрена ты ждешь? Он уходит! Да хрен всем! Едем! Пока не поздно! Прыгай в тачку!
тысяч. Это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды. Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи. Нет, не заметит потом это. Дави! Попробуем. Увидимся. Если нужен Играй, вторая ты не получишь. Грохнем этого гада! Играй! Ты уже забыл, что я тебе сказал? Пошел ты! Ты чертов демон, и мы отправим тебя обратно в ад! Понял? Ты покойник! Так, так, так! Как заразен бывает гнев! Придется убить вас обоих. Отец дал тебе шанс на спасение, а ты отринула его. Взгляни, что ты натворила. Взгляни на порожденный тобой гнев. Блин, а... Нас подбили. Я тут долго не продержусь. Блин, дом крутится вообще, все, нас подбили. Нас подбили! Нас подбили! Нас подбили! Нас подбили. Да вообще, вот самый хреновый момент. Не управляем. Дружище, это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды. Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи. О, мы... Грохнем этого жада. Играй. А ты отринула и уже забыл, что я тебе что-то натворил. Пошел ты! Взгляни, чертов демон, мы отправим тебя обратно в ад. Понял? Ты покойник. Так, так, так. Как заразен бывает, как не жить с поля боя. Я пытался стрелять из лука. Трудно. Не удается, не почему не получается.
знал! Я всегда гоню! Угу. Делоп! Чё, как, страж порядка? Всё нормально? Господи! Неудивительно, что мы попали в его кормильца! Цель-то здоровая! Делоп её опять! Сколько их тут, блин? Иду. Бежим, ребята, бежим, бежим, бежим. Я первый увидел. Блин, да сколько их же тут понабралось-то, а? Догоняем, ребята, догоняем. Надо повторить. Это было даже круче, чем в тот раз с сосами-убийцами. Я переберусь туда. Задание выполнено, вы победили, Иоанна Сида. Ну, хоть так-то. Вдруг Иосиф прав. Что, ты никогда не задумывалась об этом? Ведь все думают, он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сама знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки, на тех, кто правит. Хочешь ключ? Думаешь, что спасешь людей, но они уже спасены. У нас был план. Тебе не понять. Ты не веришь. Ты не видишь. Да спасет Господь твою душу. Он держал Галину в страхе так долго,
Не думал, что доживу до его смерти. Но расслабляться рано. Хадсон и другие заперты в бункере. Их нужно спасти. Отправляйся немедленно. Я соберу людей, и мы присоединимся к тебе. Страшно представить, что сектанты сделают с пленниками после всего этого. Эй, есть новости? В магазинах появилась новая снаряга. Глянь как-нибудь. Посмотрим. Посмотрим. Так, нам надо вот это вот дело. Срочно. Вот это вот срочно. Это первым делом, что нам надо прокачать. Так, и это что такое? Черный рынок. Доступно 24, да? Бронебойных. Мастер взрывотехник. Десантирование. Сумка с боеприпасами для боевика. Угу. Больше взрывчатки. Здесь 9, да? А здесь у нас для этих самых, да? Так, здесь 9, да? Ну давай для этих. Так. Угу. Мы можем вот сюда оружие, нам надо в магазин сгонять срочно. Угу. За дробовичком сгонять нам надо вот сюда вот, да? Давайте сгоняем за дробовиком. Сейчас мы оружие возьмем еще одно дополнительное. Что меня не было в Фолсэнди. Нам всем стоит поучиться у тебя. Так, магазин нам нужен. Это мой дом. Другой мне не нужен. Привет, бро. Хорошо, что и демщиков выгнали из гаража. Без твоей бомбы. Угу. То ли тараном сбил, то ли еще чем.
на дальнобой, да? Ну, теперь поехали. Парни, вот сюда вот, да? Нельзя говорить нажать курок. Нужно говорить спустить курок. Это же просто. Все спускают. Сказал, как истинный пошел. Чё? Погодь, ты же не пошел. Ага. Хорошо, что вы заняли это место. Ну что, прокатимся? Да. Поехали. Едем, едем, дорогие друзья, едем. Едем, едем. Ага. Сейчас тут будет шоу. Точно. Акула. Мой брат от другой матери. Или скорее мой кузен. У них нет плана Б. То есть точно. Едем, едем, едем. Ага. Да, правильно, Хёрк. Перебегаю туда. Эдемщики! Вот так вот. Точно, Хёрк, точно. Ого, ты всё ещё цел? Это было нечто. О, да, ты охрененская. Точно, 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 Хёрк. Я с тобой, Хёрк, абсолютно согласен. Пойдемте, парни, пойдемте. Блокпост мы пробили, да?
Меня на таких кочках пучат. Открой-ка окошко. Хёрки, тебе никогда не казалось странным, что твоя мама кричала твое имя, когда кувыркалась с твоим папой? Да, чувак, я постоянно об этом думаю. Поэтому я всех прошу называть меня младшим. Да, но потом все спрашивают, младший кто? И все узнают, что это Хёрк. Так, парни, пошли. Тося. Я погнал! Я в селе! У нас гости! Ну чё, всё нормально. Тося. Они бы тебе сами это отдали. Тося. Тося, Тося. Это было потрясно. Хёрк, чувак, я тебя просто обожаю. Встань, от смеха обоссаться можно. Точно, Хёрк, это точно. Так, ребят, молодцы. Так, ну вот мы добрались, а дальше начнется операция. Да, забирай. Вот так же стрёмно было, когда я с курсы поцеловал. Случайно. Точно. Так, ну все, ну вот мы добрались до бункера. Тут наверняка есть нычка. Точно, точно, Хёрк, точно. В следующий раз не тормози, иначе помощник отправит тебя в запас. Меня в запас? Точно. А? Меня в запас? Акула, тебе нужно уважать старших, блин. У меня больше опыта, я перебил больше врагов, чем ты.